живем в эпоху пандемии, религиозной разноголосицы, политических страстей и экономической неуверенности. Если бы меня попросили назвать одно слово, которым можно было бы охарактеризовать состояние сегодняшнего мира, я бы выбрал слово «хаос». Если вы запутались в информационной какофонии и не знаете, кому верить. Если вы слушаете различные проповеди, и каждый проповедник, цитируя тексты Священного Писания, противоречит друг другу. Если вы не уверены в завтрашнем дне и не знаете, что будет с вами и с вашей семьей, есть ли ответ на этот вопрос? Ответ есть. Сегодня, к большому сожалению, нам очень много предлагают лжи. Но Библия – это источник истины. На наших лекциях я хочу вместе с вами изучить 10 основных положений, которые есть в Библии, которые сегодня, если мы их знаем, помогут нам выжить, сориентироваться в этом мире и обрести уверенность в завтрашнем дне. Приходите на наши лекции.